нарезаем тыкву кубиками. Вот. Режем лук кубиками. Добавляем в наш фарш. Солим. Добавляем растительное масло. И немного зры, по пол чайной ложечки. Готовим тесто. Нарезаем его небольшими, ну и не маленькими кубиками, квадратиками. Где-то 5 на 5 сантиметров. Каждый квадратик еще немножко раскатываем. Раскатываем наши квадратики. Кладем на них фарш. Крепляем вот тут сверху, потом вот так. Так зажимаем. Потом с одного боку еще зажимаем. Вот получается вот так. Все.